Сергей Артурович Слободской, бывший председатель Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области, бывший генеральный директор, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Слободской, член ассоциации «Клуб Невский проспект», входит в состав «Элит России», СМИ, член попечительского совета «Военмех», кандидат экономических наук. Окончил Ленинградский механический институт по специальности «Инженер-механик», работал инженером по Ленинградский Северный завод с 1992 годом, коммерческий директор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» с 2000 годом, директор ЗАО «Газета Санкт-Петербургские ведомости» с 2002 годом, генеральный директор АО «Издательский дом» с «Петербургские ведомости» с 2004 годом, генеральный директор, главный редактор АО «Издательский дом» с «Петербургские ведомости» в 2012 до Г. Председатель Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области, член правительства Ленинградской области, женат, имеет дочь и двоих сыновей. Прочее. Интервью с С.А. Слободским.